Traffic Jam, дамы и господа, еще одна демо-версия в рамках летнего Steam фестиваля. Здесь, в этой игре, мы будем выступать в роли регулировщика. И махать руками придется все же. Так что на всякий случай скажу, чтобы вы там не подумали, я это не одобряю. Это наверняка какой-то символ, наверное, остановиться на красный свет. Язык и жестов, он такой сложный, но интересный. Так, туториал. Окей. Здравствуйте, здравствуйте. Это обучение? Я готов. Так, контролировать трафик в мире мы будем. А как палец показал? Вот как. Но очень, две вещи очень важные. Стоп и гоу. Соответственно, стоп и вперед. Так, сначала нужно вскинуть руку, чтобы заставить кого-то остановиться. А второй жест это вот так вот махать, соответственно, наоборот, продолжать движение. Так, остановиться, продолжать движение. Пока звучит просто. Остановиться, продолжать движение. Я уже все забыл, братан. Тут еще и точка, и остановиться. Point and go. Я уже все забыл. Мне кажется, в первый день меня уволят. Так, вот прохожий. Что, показать на него? Есть. С этим я справился. А теперь покажи на машину. Нормально, я уже почти привык. Это для меня под силам. Неплохо, неплохо. Он нас хвалит. Так, нужно направить этого господина. Чё, куда? Кажется, он умер. А, я понял. Заставить его остановиться. Да, все, я, кажется, понял, как это работает. Так, допустим. А теперь продолжить. Давай, братишка. Все, видим, нормально. Теперь нужно остановить машину. Что ж, теперь наша очередь. Нас всему обучил этот господин. Когда я вижу таких людей, мне даже стыдно быть цисгендерным белым мужчиной, который способен обучить любого. По-моему, он спрятался. Он там все еще стоит. Так, я готов. Пешеходный переход. Пока автомобилей никаких не вижу. Смотрю в оба. Так, сюда кто-нибудь собирается проходить? Проходите, проходите. Стойте, стойте, господин. А хотя, ладно, езжайте. В конце я так и задумал. Я думал, они прямо. Поворотники не были, по-моему, включены. Это нарушение. Или были. Ладно, это нарушение с моей стороны. Остановитесь, пожалуйста. Да, поворотники здесь активны. Так, ну ладно, давайте пропустим. Пока автомобили. Ведь автомобили очень важны для развития нашего города. Очень важен трафик. Так, давайте быстрее. Так, ну пока великолепно получается. Господин с дредами из сосисок выглядит отлично. Проходите, господин многоуважаемый. Так, автобус, остановитесь, пожалуйста. Остановиться. Проходите. Алло! Я, видимо, какой-то жест неприлично показывал. Так, а вы остановитесь, пожалуйста. Так, сейчас вы готовы? Тихо! Проезжайте. Блин, господин в банановой кожуре ждет. Так, все нормально. Стойте. Пока еще стойте.
Он поворачивает. Нужно подождать. Секундочку, месье. Вам придется немного подождать. Ну, ладно. Проскочит. Все, кстати, налево поворачивают. Придется этой мадам беременной подождать немного. Она похожа немного на лягушонка Пеппи. Так, все, проходите. Я постоянно зажимаю какой-то жест, сам того не замечаю. А вы стойте. Стойте, господа, пока стойте. Так, это поворачивает. Здесь все поворачивают. Ладно, езжайте. Я какого-то Иисуса остановил. Или божество с нимбом на голове. Или это просто диск, который отражает лучи солнца. Так, этот уже долго стоит. Не думал, что здесь так много машин. Ладно, проходите быстрее. Проходите. А вы стойте. Стойте, господин. Еще немножко подождать. Ну, кто-то прямо в VR-очках. Ладно, вы можете подъезжать пока. Подъезжать, тихо! Ну, а нехрен в VR-очках выходить на улицу. Я думал, он непосредственно перед гражданином может остановиться. Так, и кто-то недовольный из водителей был. Так, ладно, проходим. Проходим, а вы стоим. Да, шкала их терпеливости уменьшается, как только я поворачиваюсь и заставляю их снова, показывая этот жест, стоять. Проезжаю. Все, кажется, победа. Одна авария. Ну, человек просто в шлеме виртуальной реальности шел, и не смотрел на дорогу. Да, дневное время суток мы прошли, так что, может быть, еще пару уровней даже откроется. Так, ну ладно, все, теперь я изучил все максимально, жесты запомнил. Знаю теперь, как контролировать трафик. Как дядя Степа учил. Не переживайте. Теперь никаких аварий, вообще ничего не будет. Так, господин Спицы, проходим. Как аппетитно он выглядит. Так, а вы, ну, мужчина, стоим пока. Что-то он застрял немного. Все, проезжаем. Не толпимся, не создаем помех на дороге. Люк, кстати, канализационный шевелится. Так, вниз, пожалуйста. А, монстр, вниз. Благодарю. Или нет? Тихо. Ладно, по делам ему. Мы, наоборот, мне кажется, спасли мир от заражения. От этих тварей. Хотя, не знаю, возможно, это просто бомж был. Скорее всего, так и есть. Он выглядел скорее пьяным и усталым. Так, стоим, господа, стоим. Все, бомжа надо сбить. По-моему. Да, я получаю бонусные очки за это. Не одобряем, на самом деле. Но это, естественно, не бомж. Ой, стойте. Так, давайте. Проезжаем. Зомби я, кстати, помечать не могу. Колотить я, по-моему, никак их не могу. Они плюются на меня. А нет, могу все-таки. Так, ладно, господа, проходим. Автомобиль стоим. О, идеально. Великолепно. Проходим, не толпимся. Стоим. Блин, кто-то недовольный вышел на дорогу. Так, ладно, все по плану пока. Нормально. Ну, сбили одного человека. Каждый день от ДТП погибает огромное количество людей. Нет. А у нас всего лишь один человек, и то он не погиб. С ним все хорошо. Так, проезжайте быстрее. А вы стойте. Так, вот сейчас вам срочно нужно отправиться в путь. И вам тоже. Езжайте, прошу. Нужно избавить этот город от зомби. Великолепно, прекрасно. Все. Мадам, вы можете проходить. Тихо. Прекрасно. Проходим. Видите, из меня отличный регулировщик. Я уяснил самое главное. Так, надо заставить их остановиться. Иначе зомби сейчас прибежит опять. Надо его переехать как следует. Шикарно. И опять одного человека сбили. Ну, не считая зомби. Или нет. Или четверо, не знаю, что произошло.